Всем привет, делаю видеообзор двуспального дома. Вот он так выглядит. Давайте пройдем, посмотрим, что он из себя представляет. Есть барбекюшница, видим. Большая терраска. Есть вот такая гостиная. Москитные сетки. Гостиная очень просторная, то есть если вы приезжаете надолго, то можно ее обставить. Достаточно приятно выглядит кухня. Есть. Ага. Газ. Какая-то необходимая посуда, узкие вилки, раковина. Также видим, есть москитные сетки и решетки. Хорошо. Есть большой холодильник и просторный санузел. Выделенная зона для душа, чтобы вода не втекалась. Отлично, для детского дома это хорошо. Большие шкафчики и прочее. Посмотрим, как выглядит спальня. Вот так выглядит первая спальня. Есть небольшой шкаф, есть кондер, есть москитные сетки, есть решетки на окнах. Неприятных запахов не чувствую. Посмотрим эту спальню. Спальня тоже имеет большую кровать. Так она выглядит. Вот. Есть опять же москитные сетки плюс решетки. Зеркальце. Небольшой шкафчик. Но тут есть вентилятор. Нет кондиционера. С вами был Лев из компании Balsamy.